За последние 5 лет Химки сильно преобразились. В городском округе активно реализуется программа губернатора Андрея Воробьева «Мой подъезд», «Безопасный регион», развивается здравоохранение, благоустраиваются парки и скверы, улучшается и жилищный климат Химки. Уже на протяжении 15 лет Николай Домарацкий возглавляет учебно-тренировочный центр «Новогорск». И не есть с чем сравнить. Я даже вот как-то зашел в старый свой дом, где я жил на Нагорном шоссе. Меня поразило качество там ремонта подъезда. И вот на Марии Рубцовой у меня живут там родственники. И все вижу, как совсем по-другому становится, чем раньше было. Особое внимание Химках уделяется медицине. За 5 лет в городском округе были открыты 11 объектов здравоохранения. В настоящее время ведется строительство еще 5. Медицинские учреждения оснащают современным оборудованием. Преобразование Николай Домарацкий ощутил и на себе. Периодически пользуется льготными лекарствами. И видно сразу персонал за последние годы, как персонал изменился, изменилось отношение к больным. И сама, и вообще... Сама система, конечно, она гораздо улучшается. Особенно, кстати, это заметно по снабжению льготными лекарствами. Здоровье населения зависит и от качества воды. Власти Химок внимательно следят за этим вопросом. За 5 лет в округе установлены 6 станций обезжелезывания. Теперь количество жителей, получающих воду с содержанием железа в пределах Санпин, увеличилось на 80 тысяч человек. У нас собственный водозаборный узел здесь, в Новогорске. И мы, конечно, сравниваем качество воды с качеством городской воды и стараемся приблизиться. Мы видим, что качество городской воды постоянно улучшается. Это и по железу, и по другим там показателям. Администрация городского округа продолжает работу по многим направлениям. Благоустройство дворов, ремонт дорог, помещение парковок, установка нового освещения, развитие массового спорта. Николай Домарацкий Химки любит всей душой и не хочет менять место жительства. Ведь в городском округе создаются все условия для комфортной жизни. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.